Вот полеты по Ненецкому округу принесли Наринмарскому авиапредприятию в выходящем году в виде чистой прибыли порядка 50 миллионов рублей. Общий доход составил более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. В преддверии главного зимнего праздника сотрудники предприятия приняли поздравления от главы региона. Впервые за много лет ожидается пополнение в авиапарке предприятия. Подписан договор лизинга на приобретение двух новых самолетов, модернизированных Ан-2. Новая техника позволит значительно увеличить пассажирооборот и увеличить количество маршрутов по региону и в соседние субъекты. Модернизированные Аннушки ТВС-2М должны прибыть в округ в январе-феврале следующего года. Эксплуатацию обновленного кукурузника планируют начать в середине года. Самое главное, это то, что мы впервые заложили вертолет Ми-8 МТВ на стапеля. То есть благодаря округу я хочу отдельное спасибо сказать Игорю Викторовичу, потому что при столь сложном бюджете найти средства на воздушные суда, я вас уверяю, было непросто. 150 миллионов, авансовый платеж произведен, в Казани заложен вертолет Ми-8 МТВ. Вертолеты России, холдинг, который поставляет нам этот вертолет, обещает нам до 30 сентября поставить этот вертолет. Именно в этот день, 30 сентября, окружной авиаотряд отметит 70-й день рождения, так что новая винтокрылая машина станет хорошим подарком для сотрудников предприятия и пассажиров к очередному юбилею. Что касается предприятия, перспективы неплохие, и именно поэтому, несмотря на определенные сложности, мы пошли на то, чтобы обновлять парк воздушных судов. И мы прекрасно понимаем, что если вертолет при его сегодняшней стоимости, сколько там, 500, да, плюс все эти процентные истории, все эти лизинги уже 800 миллионов, мы прекрасно понимаем, что без этого у нас панха через 2-3 года, в принципе, не то что рост, а будет снижение.